Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Обсудим право несовершеннолетнего на наследство, если отец был лишен родительских прав. Умер мой сын. В моей квартире у него была половина собственности. У него от первого брака остался ребенок, которому 12 лет. Может ли он претендовать на долю в моей квартире, если отец был лишен родительских прав? Можно ли как-то защитить мое право на квартиру, в которой я живу, от вторжения матери моего внука, которого я никогда не видела? Лишение родительских прав не подразумевает лишение прав ребенка, поэтому ребенок имеет право и на алименты, и на наследственное имущество. Если у вашего сына остались долги по алиментам, то вам в случае принятия наследства придется их гасить пропорционально принятой доле наследства. Единственный способ оставить вашу квартиру в собственности – это выкупить долю ребенка. Так как наследник является несовершеннолетним, все действия согласовываются с органами опеки и попечительства. Поэтому, если вы договоритесь с другой стороной о порядке решения вопроса, не забудьте предварительно согласовать этот порядок с опекой. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obol.ru в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня!